Обычно сначала просто хочется что-нибудь такое, не как у всех. Следом оговорка, но чтобы не вычурно и просто. И вдогонку, но модное тепло. А про себя мы обычно договариваемся, чтобы не гладить и не стирать в машинке. Первое. Не как у всех. Для всех масс-маркет. Каждую новую коллекцию он предлагает серый, черный, белый, каких-нибудь несколько ярких цветных акцентов и совершенно немножечко в полутонах. Потому что усложненные оттенки не для всех. Их невозможно продать миллионными тиражами. Они нужны только тем, кто стремится к гармонии, стремится к красоте и индивидуальности. Второе. Не вычурно. Смотрите, базовые вещи, выполненные под девизом первого пункта, с добавлением разных фактур, дают живительный эффект. Образ выглядит сочно, вкусно, дорого, изысканно, при том, что в основе привычные силуэты. Третье. Тепло. Вязаное шерстяное полотно «Синий ломбер» – это цимус зимней коллекции нашего магазина. Эффектная вязка шерстяной пряжи, как произведение современного искусства, обнимает, согревает, шепчет: «У нас все будет хорошо». Костюмная ткань – отличный и практичный вариант для поясных изделий. Высокая прочность, ткань сложно смять, устойчива к усадке, мягкая, пластичная. Это великолепный вариант для брюк с защипами, которые будут выглядеть изящно. И никто никогда не увидит, что надето под ними. Пальтовый велюр в оттенке царственной орхидеи смесовый. Шерсть для тепла, синтетические волокна для прочности. Мягкий, приятный, бархатистый тактильно. Нежный, спокойный, деликатный визуально. Добавьте модную обувь, харизматичную сумку, и вот он, фэшн, фэшн, фэшн. Поменяйте обувь и сумку на базовые, простые, и будет просто фэшн. Шить легко, когда знаешь, что получится стильно. С вами был Михаил Шабардин. Переходите на сайт.